Информационная безопасность и угрозы в диджитал-среде, а также актуальные зимой вопросы профилактики гриппа и острых респираторных заболеваний. В Гродно на базе средней школы номер 20 прошел единый день информирования. В рамках встречи с работниками спортивных учреждений города обсуждали самые важные вопросы, которые касаются не только педагогики, но и самих учителей. Около 70 спортивных педагогов и тренеров со всех школ города, в том числе и коллектив детско-юношеской школы Олимпийского резерва, приняли участие в диалоге с членами рабочей группы. Самое важное, на что был сделан акцент, это налаживание обратной связи с аудиторией и выявление ее проблемных вопросов. В любом случае, это какая-то для людей что-то новое узнают, для себя что-то учатся чему-то и в дальнейшем открывают для себя что-то новое и пытаются разобраться в тех или иных моментах, которых, может быть, где-то недостаточно хватало какого-то квалификации, образования или чего-то еще. Да. Подобные информационно насыщенные встречи продолжатся. В рамках концепции открытого диалога они пройдут и в других учреждениях города.